УВД России Люберецкая разыскивает ребенка. 10 марта подросток ушел из дома в Котельниках и до настоящего времени не вернулся. Приметы. На вид 15-16 лет. Рост 160 сантиметров. Среднего телосложения. Волосы короткие, черные, глаза темные. Был одет в черную куртку, черные спортивные брюки и белые кроссовки. При себе имел черный рюкзак, паспорт, доверенность на пересечение границы без законных представителей. Особые приметы. Шрам на левой щеке, угревая сыпь на лице. Если вам что-то известно о мальчике, звоните по телефонам, которые вы видите на экране, или по номеру 112.